Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанка в Америке. Сегодня буду готовить вот такой большущий индюк. Просто смазала, натерла его специями и перцем черным молотым. И все. Сейчас накрою фольгой и поставлю в духовку. Можно яблоки внутрь нарезать, Не хочу. Так вот, простой будет индюк и все. Кто что съест, если не останется, конечно, останется, его никто, может быть, и есть не будет, то это будет Ванды нашей и Рексу. Конечно, Ванды побольше, потому что она кормит сейчас мамочка, то я ее стараюсь не обижать. А мы никогда ее не обижаем. Кормим всегда. Такой. Покажу, когда запечется. А вот эта кнопочка, друзья, эта кнопка для того, чтобы знать, готов ли уже индюк. Готова ли я туша, мясо. Когда оно запекается, то уже, когда мясо готово, эта кнопка, она так выстреливает, вылазит, вот такая стоит, становится длинная. И это означает, что уже можно вынимать мясо. Все, друзья, уже индейка приготовилась, уже кнопочка выстрелила. Смотрите, это значит, что уже готов наш индюк. Индюк или индейка. Я порезала немножко такое мясо. На любителя не все любят индейку. Оно такое диетичное мясо, постное. Полезное. Такое. Сколько юшки, смотрите. Как много вот. Я уже, друзья, дома. Понедельник у нас сегодня. Иду кормить Вандочку, Рекса. Вот моих красивых, смотрите. Тетеньки мои, красивые. Ай-яй-яй-яй-яй. Как бегут ко мне. Красотульки мои. Гусачок, а где твоя женушка? Яйцо несет, да? Идемте, я вам пшенички насыплю. Идемте. И заодно покажу, друзья, гараж. Но сначала зайду... Ой, воды нет. Зайду... Да, полетел. До Ванды, потому что несу еду ей. А она, если поставить здесь, вот сюда, суп с мясом, с рисом, Мирось говорила, котлетки те, что в Костко покупала, знаете, такие мячики. Затем куриное мясо, хлеба добавила. Не знаю, может быть, будет есть, а может быть и нет наша дама. Так, матрас вытянула Марика. Это Вандин, потому что не лежала с собачками. Ух, как тепло. Смотрите, Гена утром их открывал, кормил, открыл окно. Привет, Вандуля. Где мои хорошие? И лампу отключаем на день. Пошли, Вандочка, кушать. Пошли, моя хорошая. Так, пупсы молчат, закрою дверь. Иди, Вандулька, иди. Иди туда. Не хочешь, давай. Сейчас со мной пойдешь. Я побачу. Посмотрю колобочков. Колобочки мои. Ой, какие хорошие. Да, лежит Вандочка здесь. Видите место? Ой, мои лапули. Уже и этот видит, вижу. Глазки открыл. Ой, какие глазки красивые. Ой, не так. Вот и в этого. Вандочка, кто? Ой, какие глазеночки мои. Цыпоньки мои хорошие. Уже на этих цыпоньки, колобочки. Ой, вы слышали? Хотел гавкать. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот этот делал. Вот это. Вот это малявка моя. Какие же вы хорошенькие. Так, Вандочка кушает. Там и вареники с творогом, несколько штучек. И яйца вареные смазывала, заправляла. Не майонезом, а ренч. Оно так, как и майонез. Все туда намешала. И пускай
Кушаю. Две баночки тунца добавила. Вчера был индюк, тушила. Там размороженный есть, нужно будет тоже поставить, пускай будет. Ну, Рексику тоже индюк даем, не обижаем, он же тоже хочет мясо. Ой, какие лапоньки! Какие же вы мои хорошие! О, вы слышали? А кто уже лает? Кто лает уже мне? Мои лапки уже гавкают. Кто гавкает уже? Кто? Какой колобок? Мой хороший. Ой, какой толстенький. Вот. Это девочка, самая большая девочка. Я уже лампу включила, пускай уже греются. Слава Богу, что тепло. А то было у нас первый раз, Ванда родила их. О, рычат. В декабре, друзья. Ох, как было трудно. Морозы. Да-да-да. Уже начинают лаять. Так, иду, покажу гараж. Там крышу кроют. А кто гавкает у нас? Да. Ай-яй-яй. Тот, что под стеной, вот-вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Два дня от роду и уже. Это что-то. Палочка мешает. Два месяца будем им прививки делать. Пошли, Лисенька, пошли. Друзья, как же быстро у нас темнеет. Вот зашла буквально 5 минут. Посидела возле собачек, да? Уже вышла, вот как уже смеркает. Еще ж курочкам насыпать. Просто моментом. Гусяка за мной. Курочки за мной, но не все. Уже, может быть, некоторые в сарае. И тарарам. Смотрите, друзья. Уже накрыли одну, уже другую. Ну, молодцы. Молодцы. Гена наверху, а отец мой подает ему. А там Давид носит с той стороны. Вот. Там еще у нас, наверное, остались. Это Давид с работы приехал только что. Тоже допоздна работает. Ну, слава Богу. И сегодня у нас был ветер. Иду, иду, гусеньки, иду, а то забыла, опять стало. Был ветер, было очень тяжело, говорил Гена. На беседку, то я ему помогала, подавала листы, вот так. А здесь высоко, говорит, что я, ой, не смогу. Вот наша мамулечка, мамулька наша, она увидела Гену на крыше. Да, Вандочка? Вандуська пришла к вам в гости. Пшеничку наберу. Ой, как гусячка есть. Так, идемте в дворик, идемте туда, мои хорошие, идем. Идем, сразу там будете кушать. Все подряд. Да. Ну, денек сейчас уже очень... Мало, я сейчас вам скажу, сколько у нас времени. 5:42, друзья, уже темнеет, представляете? Очень быстро. Пошли, девчата, 5:30. А туда дальше будет вообще 4 часа дня, а у нас уже будет темно. Как темно. И лампа еще не включается. Вот с этой стороны гараж. Но здесь планировали летом, не получилось. Здесь планирует Гена, даст Бог, доживем, для павлинов сделать отдельно, чтобы они были. Может быть, будут маленькие. А красивая какая, пушистая, маленькая.
Ну, пока будут с курочками жить эту зиму. Лампа должна включиться уже как так стемнеет. Она бы была хорошо сейчас. А ну, включайся, давай. Еще чуток нужно, чтобы она засветилась. Так, иду воду наливать им. Уже нужно в 3 часа идти их кормить на ночь. Да, в 3 часа, потому что, видите, как темно уже. Такие старые противни всякие, я их не выбрасываю. О, краса только подошла. Давай, не бойся, давай, иди пей. Давай. Лавандочка моя. И наливаю им воду. Намного легче для меня, когда еще нету снега, нету морозов. Очень хорошо. Так, это уже полная. Еще эту. Гусыньки не вижу. Нужно посмотреть, идти сейчас в сарай и посмотреть. За сараем, может, где-то сидит, потому что только он. Павлинчики есть, цесарка есть. Ой, какая вкусная водичка! Друзья, сколько получилось у меня вареников с творогом? 3 пакета, 3 и вот немножко. Ну, уже варили, в субботу я варила. Так, и с картошкой еще есть 3. Очень хорошо. У нас, друзья, так тепло сегодня, просто, наверное, было 55 днем. Представляете? Модуля побежала. Так, я здесь немножко убралась. Сначала замела, а потом помыла пол. Представляете, так тепло, что даже вода не замерзает. Ну, здесь уже вот старенький пол, ему 2 года. Ну, этой краски мы красили его. Но нужно уже перекрашивать, какая-то нехорошая попалась, наверное. И вот какую красоту я здесь себе делаю. Давид с той стороны, а у меня здесь снеговички вот такие, есть елочка. Такие вот подарочки. И я здесь поставила. Почему так под заборчиком? Потому что я их привязываю, чтобы ветер не уносил и не переворачивал. Не знаю, может быть, еще что-то найду. Это все с потерянных посылок, друзья. Помните, мы покупали, и там были елки, там было много всего такого рождественского. То это вот снеговички эти и те елки, что в доме внизу стоит, тоже оттуда. И еще есть вот такие подарочки, как бы 3 таких кубика, но они идут, что нужно батарейки. Я спрошу у Гены, можно их как-то перевести, чтобы в розетку. Ну, было бы хорошо, потому что на батарейках оно невыгодно. Какая красота. И оно тянет мало света, я его не выключаю. И с этой, с прихожей, с кухни у нас их видно через окно. Может быть, у Давида еще останутся гирлянды, то я украшу вот эту террасу гирляндами сверху так, потому что у него там очень-очень много. Вот еще у меня такой, друзья, есть наборчик. Такие 3 кубика. Есть, но, видите, нужны батарейки, я не знаю. Если не получится, ну, я хотела бы, чтобы в розетку было. Было бы красиво, они тоже как снежком, вот, было бы классно. Ну, что ж поделать. И смотрите, что у меня стоит. Завтра я дома и планирую делать голубцы. Голубцы, здесь у меня 6 кочанов. Уже
И вот один пакет фарша. И еще буду добавлять эту тушенку. У меня есть в банках много тушенки. Это я пока занесла в хату. Пускай размораживается все. За ночь, я думаю, разморозится. И будут у нас голубцы. И еще маленький тоже фарш нашла.